Здравствуйте! Вас приветствует канал SPVComp, и сегодня я покажу, как избавиться от уведомлений и удалить значок центра уведомлений, который находится в правом нижнем углу. Есть два способа. Ну, во-первых, нужно зайти в сами уведомления. Набираем в поиске параметры уведомлений и действий. Выключаем эту галочку. Это по вашему усмотрению. Теперь заходим в реестр. Набираем RegEdit. Открываем от имени администратора. И нам нужно открыть следующую ветку. Current User, Software, Police, Microsoft, Windows. Здесь, в этом разделе Windows, нужно создать новый раздел. Назвать его Explorer. Сохраниться. И уже внутри раздела Explorer создать параметр The Word 32 бита. Задать ему имя Disable Notification Center со значением единицы. Готово. Теперь нужно перезагрузить компьютер, чтобы наши настройки вступили в силу. Но есть и другой, более быстрый способ, чтобы наши настройки применились. Открываем диспетчер задач. Ищем проводник. Вот он, проводник. Правая кнопка мыши. Перезапустить. Как вы видите, значок исчез. Больше никаких уведомлений. Есть еще один способ сделать то же самое. Нам нужно зайти в групповые политики. gpedit.msc от имени администратора. Конфигурация пользователя, административные шаблоны, меню пуск и панель задач. Сразу вниз, чуть выше и находим. Удалить уведомление и значок центра уведомлений. Ставим точку, включено. Применить, окей. Если кто-то хочет избавиться от уведомлений, это два замечательных способа. Вам помогут. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал SPVComp, ставьте лайки и заходите на наш сайт spvcomp.com.